Обращаюсь к жителям, уважаемые жители Самарской области. Настоятельно просим, рекомендуем не пользоваться местами, пляжами, не оборудованными. Вопрос личной безопасности каждого, вопрос организации нашей работы, есть установленные места. Да, погода у нас такая, что, конечно же, хочется в первую очередь на пляж, когда есть такая возможность, но в местах оборудованные и с максимальным соблюдением индивидуальной техники безопасности. Вот такая большая-большая просьба, призыв. Это важно. Это наша с вами безопасность.